На базе туриста довольно тяжеловато построить кастом, и поэтому они и привлекают внимание. Также обстоят дела и с кастом-байками Honda Goldwing, потому что тяжело построить легкий и нешаблонный кастом на базе легендарного туристического мотоцикла. Большой популярностью кастомайзеров пользуется голда именно первых поколений с четырехцилиндровым двигателем объемом 1000, 1100 и 1200 кубических сантиметров. Для разработки первого Goldwing была собрана команда дизайнеров и инженеров под руководством Сэйчиро Иримажири, который в 60-е годы разработал для Honda 5- и 6-цилиндровые двигатели гоночных мотоциклов. Результатом работы группы стал сверхсекретный прототип M1, который олицетворял идею быстрого и мощного тяжелого туристического мотоцикла. Концептуальный аппарат был оснащен оппозитным шестицилиндровым двигателем и карданной передачей, черты которой позже станут визитной карточкой серии Goldwing. Дебютировал первый серийный Goldwing GL1000 в 1975 году. В отличие от шестицилиндрового прототипа M1, мотоцикл получил 999-кубовый четырехцилиндровый оппозитный двигатель, выдававший 80 лошадиных сил максимальной мощности и 85 ньютон-метров крутящего момента. Мотор был сблокирован с пятиступенчатой коробкой передач и установлен в стальной дуплексной раме. Сухая масса модели составляла 265 кг. Honda Goldwing называют шедевром конструкторской мысли и шутя половинкой автомобиля. Этот аппарат примечателен не только своими размерами и характеристиками, он породил новый разряд мотолюбителей, поклонников дальних путешествий на двух колесах в полном комфорте. Долгие годы крыло оставалось флагманом японского мотостроения, выпускалось без каких-либо серьезных изменений и прекрасно раскупалось при цене в 15 тысяч долларов. Новинка, благодаря множеству примененных в ней технических решений, наделала много шуму. Цилиндры оппозита по автомобильному отлили заодно с картерными деталями, с тонкими чугунными гильзами, между которыми оставались проходы для охлаждения жидкости. Да и сама система охлаждения была решена на автомобильный манер, с термостатом и вентилятором с электроприводом. Система питания из той же оперы. Примечательно, что на GL1000 Honda впервые применила привод на заднее колесо карданным валом. Через 5 лет после дебюта первого серийного Goldwing компания Honda выпустила модель второго поколения GL1100. И это была не просто доработанная версия GL1000 с мотором увеличенного объема до 1085 кубических сантиметров объема, а новый мотоцикл, во многом отличавшийся от Terence серии. Для повышения рабочего объема оппозитной четверки инженеры Honda увеличили диаметр цилиндра на 3 мм. Также была изменена форма камер сгорания для улучшения характеристик мотора на низких и средних оборотах. Поменялись передаточные числа коробки передач и главные пары в заднем редукторе. На 1 мм уменьшился диаметр диффузора карбюраторов до 30 мм. Немного подросла колесная база, что сделало езду с пассажиром комфортабельнее. Вилка и задние амортизаторы отныне газонаполнены. Впервые на мотоцикле серии Goldwing были использованы бескамерные шины.
В конце 83 года компания Honda анонсировала на миланском мотор-шоу тур следующего поколения, модель GL1200, которая стала последним Goldwing с четырехцилиндровым двигателем. Мотоцикл получил полностью новый, более совершенный и производительный оппозитный мотор с рабочим объемом цилиндров 1182 кубических сантиметра. На этот раз увеличение объема силовой установки добились за счет изменения и диаметра цилиндров, и хода поршней. Двигатель был установлен в новой усиленной дуплексной раме. Было изменено передаточное отношение в заднем редукторе, оно стало выше, что способствовало снижению механического шума и вибраций. В системе питания двигателя новинки были использованы 4 карбюратора Кейхин с диффузорами увеличенного диаметра 32 мм. Еще из особенностей гидравлический привод сцепления, гидрокомпенсаторы клапанов и колесные диски уменьшенного диаметра 16 спереди и 15 сзади. Как и прежде, Goldwing выпускался в нескольких версиях, позже к ним присоединилась модификация Limited Edition. Straight pipe sounds pretty good when you give it gas too. It's also got music on it, both sides. Go ahead and show you how it sounds. These motherfuckers mad that I'm icy. Stunt so hard, make them come and die me. I think I'm big bitch. Look at my team.